Пропавшего подростка Егора Конеева, которого почти месяц искал весь город, сегодня нашли. Тело молодого человека обнаружили на Русановском переулке 11. Его нашли повешенным на чердаке своего дома. Предположительно, юноша совершил суицид в тот же день, когда его видели в последний раз, 13 августа. При трупе находилась предсмертная записка, в которой покойный просил прощения у близких за свой поступок. И предположительно, он покончил жизнь самоубийством. Данных о криминальном характере смерти на месте происшествия при его осмотре не обнаружено. Напомним, Егор Конеев пропал 13 августа и не выходил на связь с родными. Несколько раз в неделю десятки неравнодушных северодвинцев собирались на поиски юноши. Наша телекомпания приносит соболезнования родным и близким погибшего.